Это до и после будет там час ночи, да? До и после в час ночи. Да, мы готовы. Хороший урок для нас. Восьмером играть тяжело, особенно две игры подряд, особенно с такого уровня командами, но что хоть мы и проиграли, но игра существенно отличалась от игры в Каменском. В первую очередь отдачей, в первую очередь качеством игры. И я считаю, что после этой игры мы действительно стали лучше, потому что мы продолжали бороться, несмотря ни на что, и играли по нашему игровому плану. Поэтому работаем дальше, дальше больше. Спасибо. Сложно играть, да, с лидерами чемпионата восьмером. Но, тем не менее, по сравнению с той провальной игрой с Прометеем, сегодня ребята выглядели лучше. Хотя не очень свежими, но, по крайней мере, по самоотдаче претензий у меня никому из ребят нет. По Шевченко давно уже, третья неделя прошла. Какие прогнозы вообще по его возвращению не строят? Хотелось бы, чтобы он начал подготовку со среды четверга. Не знаю, с такой короткой лавочкой нам придется брать его в любом случае. Вот. Плюс после игры с Химиком у нас проблемы с Ахиллом у Дэнди были, проблемы с коленом у Графа. В общем, такой тренировочного процесса, как я это видел себе, у нас не получилось. Но, тем не менее, работаем над ошибками, делаем разборы. Я считаю, что в предсезонке у нас было заложено 9 игр, а мы только сыграли 9 игр. Вот наша предсезонка закончилась. Спасибо. Спасибо.